Ну, игра была такая, скорее, до первого гола. Но мы были ближе к этому, потому что много было моментов в первом тайме, должны были забивать. И все-таки забили свой гол, а сзади они, ну, мы сыграли надежно, и они ничего не создали практически. Ты лично ожидал, что гости окажут такое достойное, можно сказать, сопротивление, что, ну, в принципе, они как бы играли вторым номером, да, плотно сидели в обороне и уповали на, при этом на контратаки? Ну, ожидал, мы играли с ними на сборах, и была такая же игра. Мы сыграли 2-2 тогда, и поэтому настраивались эту игру как на тяжелую, такую серьезную игру. Команда после неудачных результатов, кажется, уже находит свою игру. Это говорит о том, что, ну, футболисты, да, вот, как-то стали увереннее играть? Да, можно так сказать. Ну, мы уже, можно сказать, наладили свою игру. Только жаль, что это уже конец сезона. Чуть поздно спохватились. А так мы наиграли эту игру на сборах, и первое время нужно было как-то привыкнуть к этой игре. И вот сейчас мы уже начали обретать свою игру.